В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой в рамках недели литературы, культуры и науки карачаевского народа прошла встреча студентов колледжа и старшеклассников с докторами наук в различных сферах. Основная тема встречи – сохранение родного языка. Репортаж Аслана Гирюгова. До начала конференции всем гостям представили выставку, на которой были произведения карачаевских писателей и поэтов, книжные памятники и печатные издания СМИ. Также были представлены картины художников. Помимо этого, состоялось открытие Дня культуры и науки карачаевского народа. Сегодня Государственная национальная библиотека, проводя вот эту работу декаду литератур народов Карачаева-Черкесии, сегодня в данном случае говорим о карачаевской литературе, искусстве, культуре и так далее, мы имели в виду, чтобы мы вот так собрались и решили вопрос, как нам быть дальше, как сохранить, как приумножить духовное богатство нашего народа. Это принципиально важно на этом этапе 21 века. Также была отмечена работа по сохранению культурного и духовного богатства Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Работниками проводится очень много мероприятий, на которых часто присутствуют школьники города. Им рассказывают о выдающихся деятелях науки нашей республики. В ходе конференции все выступающие отмечали важность сохранения родного языка, ведь с ним связана культура и история народа. Очень важным направлением работы является сохранение, внушение молодежи любви к родным языкам. Вот я всегда говорю, занимаясь вопросом этнической психологии, язык, знание языка – это естественное состояние психики человека. Это входит в структуру «я» концепции и идентичности. Это такое гармоничное состояние, и если человек не знает свой родной язык, культуру, у него нарушается эта идентичность, это «я» концепция, самосознание, осознание самого себя. Также было отмечено, что работа в данном направлении не будет прекращаться, ведь с каждым годом увеличивается и количество книг, написанных на родном языке. Все больше организаций обращают внимание на эту проблему и проводят различные мероприятия с целью популяризации родного языка. Кроме этого, на базе образовательных учреждений часто проводятся встречи с писателями и поэтами. Аслан Гирюгов, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия.